О Пресвятая Госпоже, Царица Богородица, Высшая всех небесных сил и Святейшая всех святых, припадаем и поклоняемся Тебе пред всечестным и цельбоносным образом Твоим, воспоминающий дивное явление Твое болящему клирику Викентию, и усердно молим Тебя, всесильную рода нашего заступницу и помощницу. Яко же древле подала исцеление тому клирику, так и ныне исцели наши души и телеса, болезнующие ранами грехов и страстей многоразличных. Избави нас от всяких напастей, бед, корбей и вечного осуждения. Сохрани от душепагубных учений и безверия, от льстивых и наглых нападений невидимых врагов. Подашь нам христианскую кончину, безболезненную, мирную, непостыдную, от их тайн причастную, и сподоби нас на нелицеприятнем судище Христове, стати одесную всеправедного судьи, и блаженный глас Его услышати. Придите, благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения века.